Всем привет! Вы на канале Жизнь с нуля. С вами автор и ведущий Вячеслав. Вот такой у нас март месяц. 5 марта. Хорошая погода. Сегодня хочу посвятить видео миллиардам Грудинина. Читаю про этого кандидата. Вот. И поражаюсь такой интересной вещи, как наш народ, который, в общем-то, очень мало имеет представления иногда о том, что такое банковские счета, что такое банковские проводки. И самое интересное, даже те, кто являются служащими каких-то структур, ну, например, того же Центра избиркома, или журналисты, которые, в общем-то, не понимают, что такое вообще банковская система, но у которых стоит задача во что бы то ни стало найти там какие-то миллионы. Я, в общем-то, не сомневаюсь в том, что у этого человека, у этого кандидата в президенты, у которого свой бизнес, скажем так, совхоз его мечты, есть большие деньги. Там еще сказали 5,5 килограмм золота. Вообще, представляете, что это такое? Я не сомневаюсь, что они есть. Но я сомневаюсь в том, что этот человек, идя на пост президента, оставил бы все это на поверхности. Я сомневаюсь в том, чтобы эти журналисты, которые вдруг находят эти факты, они на самом деле бы их нашли. И поэтому, когда я читаю вот эти вот возгласы все, что там что-то нашли, ребят, вы найдите у Путина миллионы. Вы найдите, не знаю, у Жириновского миллионы. И, то есть есть вещи, которые, ну, как бы настолько очевидны, например, да, там, дворцы, здания. У меня там, например, сын, когда ходил на Кавказ, он ходил мимо там собственности Медведева фактически. Но эта собственность сделана так, что она, в общем-то, не его собственность, а собственность там какого-нибудь фонда или еще чего-то. Но это не в этом дело. Я просто поражаюсь вот нашей неграмотности, что ли, некомпетентности там в банковских вопросах. И все кричат там: о, нашли миллионы. Я думаю, что если бы нашли, то вчера, то сегодня он уже не был бы кандидатом. Вот. И если бы наоборот не нашли, то искали бы дальше. Я вижу, что счетов находит еще больше, вот, а с гонки его не снимают. Ну, тут два варианта. Либо действительно нашли и снимут перед самыми президентскими выборами. Вот. Либо все это, скажем так, фейки. То, что они у него есть, я не сомневаюсь. Потому что на пост президента могут баллотироваться не бедные люди, не мы с вами. И, соответственно, значит, я думаю, что они есть, но они там, где их фиг найдешь. Вот. То, что мужик живет в обычной квартире и в своем собственном совхозе, это, конечно, уже показатель. Вот. Причем, ну, я не знаю, как бы вот люди, которые кричат: а там он такой-сякой немазанный. Ну да, такой-сякой немазанный. Я считаю, что да, действительно, люди, которые заработали какие-то большие деньги, они никогда не бывают до конца чистыми. То есть обязательно в чем-то участвовали, обязательно руки где-то там чем-то запачканы. И все, кто из этого круга, они друг про друга как бы это знают и это имеют в виду. Поэтому я думаю, что вот эти самые миллионы, которые найдены, вот, якобы, либо они еще не найдены, либо, скажем так, им предстоит еще всплыть. Вот, либо это просто фейк. И поэтому, особенно, знаете, мне интересно те, которые: а, мы нашли счета. Вообще, представляете, что такое банковские счета и вообще, как они устроены? Что, когда вы открываете счет в банке, для того, чтобы переливать бабло от одного места в другое, банк на ваш счет еще может открыть 10 счетов, и вы даже об этом знать не будете. И это как бы система банковская, она так устроена. А вот есть на них миллиарды или миллионы или нет, ну, это уже другой вопрос. Так что давайте будем смотреть за ситуацией дальше.
есть ли действительно эти миллионы или нет. Будем посмотреть. А вот видите, какая у нас зима сейчас. Еще зима. Хотя март месяц. Так что всех жду в своих комментариях. Оставляйте их. Ставьте лайки, дизлайки. Можете гневные оставлять. Жду вас на страницах своего канала. Пока.